Повечерие. Общественное богослужение, совершаемое вечером. Название происходит от монастырской практики совершать повечерие после вечерней еды, вечери. Повечерие бывает малое и великое. В современной приходской практике великое повечерие почти не совершается, кроме дней Великого Поста, когда читается канон Андрея Крицкого и праздников Рождества Христова и Богоявления. В остальные дни совершается малое повечерие, в чин которого входит 50-й, 69-й и 142-й псалмы, великое словословие, символ веры, канон, молитва «Отче наш», тропари и ипокои. Чин повечерия содержится в часослове.